Да. Сегодня мы снова разберем проход один, который со стороны кажется, что это один и тот же проход. Да, на самом деле это два разных входа, но продолжение примерно у них одинаковое. Да? Первое движение у нас идет вот сюда, раз. То есть это рука идет, это нога. Да? Мы задираем, перехватываем и здесь его сбиваем. Вот здесь на лопатку, здесь его контролируем. Да? Вот. А второе. Уже идем мы не этим движением идем, не вот этим движением идем, а идем вот это движение, вот. Одноименная рука, одноименная нога, вот сюда, вот. Раз, забираем его здесь и тоже его здесь контролируем. То есть, получается, что у нас продолжение одинаковое, а два разных входа, да? Вот еще раз. Первый вход идет у нас. Раз, два, вот это здесь, первый вход. А второй вход, нос идет отсюда, раз, вот, раз, здесь, и вот здесь его делаем, здесь контролируем, если он вдруг резко уходит туда, делаем здесь еще два балла, если он уходит резко на живот, здесь мы делаем еще, перехватываем, здесь на скрестный, и еще продолжаем работать, или же переходим обратно сюда, и здесь еще два балла делаем, все.